Спасатели в очередной раз напоминают о соблюдении правил безопасности поведения на водоемах. Напомним, празднование Крещения Господне состоится 19 января. Специально для этого на водоемах области будет организовано 14 мест для купания. Около купелей будут дежурить спасатели и медики. Необходимо осуществлять окунание только в специальных отведенных купелях, на которых обеспечивают безопасность профессиональные спасатели, сотрудники местной полицейской службы и бригады скорой медицинской помощи. На обеспечение безопасности в этот день задействован весь личный состав. Спасательные посты будут выставляться 18 января с 23 часов. Это в двух местах, где проходят службы. С 9 утра следующего дня, то есть 19 января, в 14 местах будет обеспечение безопасности спасателями. Также в ходе брифинга сотрудники департамента ЧС сообщили, что в области в 6 раз увеличилось количество пожаров из-за морозов. Техника порой не выдерживает нагрузок и выходит из строя. С начала отопительного периода в области зарегистрировано 137 пожаров, в результате которых погибло 2 человека и 5 травмированы. В 2017 году от отравления угарным газом погибло 11 человек. Основными причинами пожара являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов и электроприборов. В целях предупреждения данных пожаров департамент ЧС проводится масштабная работа по профилактике через средства массовой информации, путем рейдовых мероприятий. Также спасатели заостряют внимание жителей на соблюдение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов. Сергей Уланов, Айбулат Джигапар, Рустам Джумашев, ТДК-42.